Друзья, на очередном объекте смонтировали систему принудительной вентиляции. Вот так вот проходные элементы выглядят снаружи. Первый у нас проходной элемент идет на кухонную вытяжку. Второй у нас идет элемент для принудительной системы вентиляции, сам вентилятор непосредственно. И следующий, третий, это у нас фановый стояк. Сейчас вам покажу, что получилось внутри. Так вот у нас выглядят воздуховоды на чердаке. Утеплили их. Здесь у нас еще один проходной и следующий воздуховод. Временно подключили непосредственно к розетке. Вот такой вот идет регулятор, с помощью которого можно регулировать мощность. Вот так вот выглядит воздуховод, который мы опустили с холодного чердака на первый этаж. Воздуховод внутри помещения. Здесь будет установлен диффузор потолочный. И видим, вот установили обратный клапан. Сейчас вот тяга есть, он, соответственно, открыт. Когда тяги не будет, выключен вентилятор, он, соответственно, будет закрыт. Нужно их устанавливать, чтобы холодный воздух не поступал в помещение. Еще у нас одно помещение. Здесь будет санузел. Также организован забор воздуха. И пошла у нас здесь вот такая вот магистраль. Сделали штробу в стене. Опустили на первый этаж. И на первом этаже тоже у нас здесь санузел. Вот, соответственно, опустили трубу на первый этаж. Видим, обратный клапан у нас приоткрыт. Соответственно, тяга есть, все работает. На первом этаже здесь будет кухня, гостиная. Идет у нас, соответственно, магистраль на кухонную вытяжку. Ее уже выполнили из оцинкованной трубы. А так все магистрали у нас из пластика. Вот такие работы мы выполнили. Приток свежего воздуха у нас на данном объекте организован через вот такие вот настенные приточные клапана от компании «Велка».